Всем привет! Мы сейчас находимся в Киеве. Снимаем мой новый клип. Песня называется «Поздно», которую я написал за 3 дня и за 3 ночи. И записали за несколько часов. А сейчас вот так быстренько снимаем клип. Мне кажется, получается очень драйвово. Я хочу передать в этом клипе настоящую боль, настоящую любовь, настоящие чувства. Так, как еще ни у кого не получалось. Я очень для этого постараюсь, и для этого стараются многие мои друзья, которые сейчас принимают участие в съемке нашего клипа. Режиссер Лекс Русаков, оператор Сергей Сухой, Оксана Бойко, мой продюсер. В этой квартире происходит настоящее, прошлое, будущее, вся жизнь наших героев. Давид играет человека, который сначала ничего не имеет, потом у него начинает появляться семья, потом у него появляется бизнес. И в итоге вседозволенность, она сворачивает ему и героине голову. Сначала начиналось все очень замечательно, на самом деле. Мне сказали, что это будет любовная история, но сейчас, чем дальше, чем ближе к концу съемок, тем больше я понимаю, что мы превращаемся в фильм ужасов. Потому что сцена у нас становится все страшнее и страшнее с каждым кадром. Я ничего плохого тебе в этой жизни не сделала. Так, приготовились? Давид предстанет в этом клипе совсем не похожим на себя человеком. Он в жизни совсем другой. Тут он будет играть как актер. И эта роль, она не похожа ни на одну роль, в которую он играл в своих клипах. Его будут любить и ненавидеть. И все в одном флаконе. Мне нравится. Это было круто. Вот это было круто. Тут перемешано все. И любовь, и ненависть, и обида. Тут есть все. Поэтому мне этот клип очень нравится. Слушай, мне понравилось, Серега. Актеры, вот они где. Профессиональные. Мы снимать должны. Садизм. Каждый зритель для себя в этом клипе увидит то, что в его жизни происходит, то, что происходит в жизни его друзей, там, родных. И я хотел бы, чтобы люди не скрывали своих эмоций, когда будут смотреть этот клип. Очень интересно. Интересно от того, что меняется много сцен, удается нам практически там с 1-2 дубля все снять. Вот, поэтому все классно. Так, приготовились, мотор. Поехали. Да, да. Сейчас я тебе волосы ударю, хорошо? И не надо волосы мне ударивать. Спасибо, мне уже хватит. На концов клипа будет своеобразная, и я не могу сказать, что она будет хэппи-энд. Я не могу сказать, что она трагичная будет. Каждый будет понимать и представлять в этой концовке все, что хочет. Всем привет, это Давид. Смотрите мое новое видео на песню «Поздно» в эфире музыкальных телеканалов.